Как у нас говорится? ОС! ОС! Ребята, я хотел бы от имени Федерации Крымской России поблагодарить руководство области за инициативу проявленную, что у нас появится сейчас интересный турнир, который как бы поднимет, значит, весь мир назад. У нас, как все занимаются, не хватает количества тренировок. Вам будет интересно, вам придут новые друзья, вы поедете, уйдете на другие соревнования. У вас будет интересно, ну, то есть, большой спортивный путь начинается с первого татами. Для нас это первый татами. Вы начинаете со спортивного спорта. У нас богатая история. Наша федерация молодого спорта, международного спорта, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, чемпионов мира, различных федераций, которые есть международные. И все эти увидели, ребята, больших мастеров, которые вот еще в университете будут учиться и узнать все тонкости спортивного бьюсинга. Мы с вами занимались традиционным бьюсингом и крафтом, а еще и спортивное. Это большой путь, который нам предстоит пройти. Я понимаю, что сейчас нелегкое время, сейчас проходит специальная военная операция, вот, и некоторые наши ребята называли вами, некоторые воюют за нас с вами, и мы должны как бы здесь своими действиями поддержать их, работать лучше, трудиться, быть патриотически настроенным. И некоторые наши ребята, к сожалению, потому что друзья погибли на фронтах. Вот, и это как бы хотелось бы, чтобы все мы отдали дань и почтили память наших ребят, которые там воюют, которые погибли минуты молчания. Прошу всех встать. Все, спасибо. Ребята, мы все воспитаны здесь, на нашей российской земле. Мы все с вами должны быть патриотами. Я обязан быть патриотами, потому что то, что мы делаем с вами, это все наше право. Поэтому желаю вам успеха в спорте, в личной жизни, вот, чтобы достигли больших высот в спорте, достижений ваших профессиональных бизнесов, которые будут у нас идти, чтобы вас были хорошие. И чтобы было интересно заниматься нашим музыкой, который открывает вам путь мирную и жизнь, которая воспитывает вас характер, стремление и даст вам возможность продвинуться. ОС! ОС! Так,